С 15 мая в Подмосковье вводится режим обязательного ношения масок для граждан. Согласно постановлению губернатора Московской области, жители региона должны будут носить средства защиты в общественных местах. В магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, учреждениях здравоохранения, а также на предприятиях, продолжающих работу. Приобрести маски граждане могут в аптеках, киосках, кассах железнодорожных и автовокзалов, остановочных пунктах и даже в автобусах. Администрация Красногорска ежедневно следит за наличием и ценами на средства индивидуальной защиты в государственных и частных аптеках. На сайте krasnogorsk-adm.ru можно ознакомиться с актуальной информацией о наличии масок в аптечной сети округа. Данные обновляются регулярно.